Доброго времени суток, уважаемые друзья. Я нахожусь в Черкасах. Где, доченька, как называется? Долина Троян, долина Роз. Вот, заехали сюда на самокатах. Вот. И такой вот у меня перед глазами картина такая красивая, как прилив, видите? То есть, получается, как прилив Днепра, что ли. Деревья ивы вот там вот метров от нас, наверное, в 20. Красиво смотрится. Фоткаются люди, ходят. Там он отдыхают. Класс, красиво очень. Рекомендую.